С лестницы очень часто подворачивают. Просто телефоном идут с бордюра. Я же всех опрашиваю, кто приходит с травмой. Как они получили ее. Бывает и потупее ситуации. Друзья, всем привет. Сегодня поговорим про восстановление после подворота голеностопного сустава. Приветствуем вас на канале КАНТ. И мы находимся в клубе «Спортивная секция». Меня зовут Юрий Сдобников. Я врач спортивной медицины и лечебной физкультуры. И мне регулярно приходится помогать людям восстанавливать голеностопный сустав после травм. Немного про саму травму. Называется она в простонародье подворот голеностопа или в медицине называется инверсионный подвывих. Это когда мы вот таким образом подворачиваем голеностоп. Очень популярная травма, и по статистике почти каждый человек в жизни хотя бы раз подворачивает себе таким образом голеностоп. Также статистика показывает, что без выполнения реабилитации или лечебной физкультуры вероятность повторно подвернуть голеностопный сустав примерно в 2 раза выше. А если вы подвернули 2-й раз, то 3-й еще дополнительно возрастает. Особенно если вы активно занимаетесь спортом, больше всего, конечно, подворотов в игровых видах спорта, беге по пересеченной местности и в других непростых активностях. Но на самом деле зачастую люди подворачивают и на улице, просто при ходьбе или каких-то бытовых движениях голеностопный сустав. Чаще всего мы подворачиваем именно в этом направлении, движение называется инверсия или подворот внутрь, потому что мы, когда с вами идем и бежим, у нас стопа приземляется преимущественно на наружный край стопы. И в этом положении, когда поверхность неровная, либо движение очень быстрое, либо кто-то мешает вокруг, либо у нас плохая стабильность голеностопа, то мы в этом направлении его и подворачиваем. Если вы впервые подвернули голеностоп, гематома, и мы не можем вставать на ногу больше 4-5 шагов, боль нарастает очень сильная, тогда есть вероятность перелома, необходимо сделать обязательно рентген. У нас может быть перелом лодыжек, чаще всего либо наружный, либо внутренний, бывает сразу обеих. Также бывают переломы голени выше, разрыв синдесмоза, это между костями сочленение может разорваться, а также бывает перелом головки пятой плюсневой кости. Нам необходимо исключить эти переломы, потому что если они есть, у нас тактика будет совсем иная относительно того, что я сейчас буду показывать. Исключили переломы, и тогда не обязательно делать МРТ, в этом случае у нас так называемая травма капсульно-связочного аппарата. Это у нас есть 3 связки по наружной части, чаще всего повреждается вот здесь та, которая спереди по этому механизму. Она называется передняя тарано-малоберцовая. И даже ее полные разрывы чаще всего ведутся консервативно, то есть с помощью упражнений. Если с помощью упражнений не получается добиться стабильности, и голеностоп снова подворачивается, либо болтается и люфтит, тогда мы склоняемся к тому, чтобы оперироваться, а потом делать реабилитацию. Также добиться оперативного вмешательства вы можете, если без реабилитации вы постоянно подворачиваете голеностоп. У некоторых людей количество подворотов доходит почти до ежедневной основы. В такой ситуации с помощью упражнений невозможно добиться стабильности, потому что пассивный стабилизатор, то есть капсула, связки, все остальные настолько уже разорваны и разболтаны, что кроме операции нам ничего не может помочь. Поэтому мы делаем операцию, потом уже восстанавливаемся консервативно. Конечно же, все мы хотим этого избежать. Именно для этого данный ролик мы записываем. То есть мы покажем все упражнения, которые необходимы делать с самого начала, для того, чтобы быстрее ушел отек, для того, чтобы быстрее снизилась боль, быстрее мы вернулись к ходьбе без хромоты и боли, а дальше как можно быстрее вернулись к спортивным активностям. Также данный комплекс упражнений является очень важным для того, чтобы повторно не подвернуть голеностоп после первого подворота, а также вообще не подвернуть его в принципе, особенно если вы занимаетесь игровыми видами спорта, бегом по пересеченной местности и другими активностями. Немного про особенности травмы и что мы можем делать сразу же, а что мы делаем в последнюю очередь. С учетом того, что мы вот так повреждаем ткани по наружной части голеностопа, в этом случае это движение будет больнее всего делать до последнего. Поэтому мы его не делаем до самого последнего этапа. Все очень просто. При этом в другую сторону стопой делать называется отведение стопы, да, или эверсия, когда стопа, наружный край уходит наружу. Это движение сближает ткани, которые повредились, мы можем делать его с первого дня. Также, когда мы тянем стопу на себя, у нас тоже сближаются ткани, которые повредились здесь, и мы тоже можем сделать его сразу. А если мы с вами будем вытягивать стопу от себя максимально, вот здесь, в самом конце, будут натягиваться связки и ткани, которые у нас повредились. Поэтому это движение тоже мы с вами будем делать в самом конце. Но в той амплитуде, в которой боль не будет вызываться, можем делать с первого-второго дня. Чем раньше мы начнем упражнение, тем быстрее мы вернемся к ходьбе без хромоты и быстрее уйдет отек. Поэтому тактика
обездвижение и более старая тактика использования гипса при таком подвороте без переломов совершенно не актуальна. Я бы сказал, что она очень сильно ухудшает функцию и продлевает ваши сроки восстановления. Про дополнительные методы лечения. В целом можно использовать холод, когда у вас есть отек и боль, для того, чтобы немного снизить отек и уровень боли. Но желательно использовать не более 3-4 дней, потому что лед сам по себе тормозит немного регенерацию. Это увидели в некоторых публикациях. Поэтому вроде бы снижаем чувствительность, но при этом ухудшаем регенерацию. Поэтому можно использовать, когда у вас большой отек, первые 3-5 дней, но стараемся от этого как можно быстрее уйти. Упражнения, конечно же, могут быть чувствительны во время выполнения поначалу. И если у вас сильный подворот и большой отек, и вам больно, то вы можете начать делать их через 2-3 дня. Травмы бывают разной степени. У кого-то будет маленький отек, у кого-то будет очень большой отек. И это может не зависеть от того, насколько сильно повредились ткани. Также бывают гематомы, это тоже связано с некоторым повреждением сосудов, что тоже не всегда является очень страшным. В любом случае, вы имеете право на покой первые 3-4 дня. Лучше не более 2-3 дней, но здесь все зависит от вашей чувствительности. Ногу лучше держать в горизонт и выше, для того, чтобы отек быстрее уходил от периферии к центру. Ногой мы просто двигаем без болевой амплитуды во всех направлениях, в этом направлении от себя на себя. Со временем можем увеличивать ее. Это можно начинать прямо со 2-3 дня. Наружу стопой делаем тоже без сопротивления. Внутрь тоже можно уходить столько, сколько не вызывает больно. Я уже сказал, что сюда внутрь будет натягиваться и наши ткани, которые повредились. Поэтому сюда внутрь мы делаем в последнюю очередь. И как только не больно, мы можем пробовать делать вращение. Сначала будет маленькая амплитуда. Как ни странно, такого рода нагрузка будет гораздо быстрее способствовать тому, что отек уйдет. А обездвижение – это то, из-за чего возникает лимфостаз. То есть, собственно, отечность – вот это и скопление жидкости, которое оттуда не уходит. Кроме того, что мы делаем упражнения, держим возвышенное положение конечности первые дни, пока отек у нас есть, можем использовать компрессионный трикотаж. Может быть эластичный бинт, может быть гольф или компрессионные носки, для того, чтобы отек быстрее ушел. По современным данным, чем меньше мы будем не ходить или чем быстрее мы пойдем, тем меньше будет нарушение функции голеностопа, потому что функция ходьбы является самой главной для нашей конечности. И чем дольше мы не будем ходить, тем дольше потом нам все это восстанавливают. То есть мозг и мышцы условно забывают то, как правильно ходить. И подвижность тоже будет все хуже и хуже по мере того, как вы дольше и дольше будете не ходить. Поэтому ортезы, бандажи всякие, как я вот сказал, гипсы, они совершенно не обязательны при такого рода травмы, если у вас не было перелома. Соответственно, вставать на ногу можно сразу же. Но другой вопрос, что много нагружать конечность не стоит, потому что когда мы встаем с вами весом тела, тогда на голеностоп нагрузка сразу же растет. А выполнять упражнение вот в такой плоскости, без осевой нагрузки массы тела, мы можем сразу же почти без особых ограничений. И это ускорит процесс восстановления. Обычно разрешено потихонечку возвращать ходьбу, когда при вставании на одну ногу, а когда мы делаем с вами шаг, да, мы обязаны с вами перенести весь вес на одну ногу, боль не более 2-3 баллов по 10-бальной шкале. То есть терпимо легкая боль, которая незначительно нарастает при шаге, когда вы начинаете идти. И вы начинаете ходить по дому или там по необходимым каким-то бытовым передвижениям. Но очень важно много не ходить, потому что для голеностопа травмированного это очень большая нагрузка. Но еще раз, постарайтесь максимально рано начать ходить, вставая на ногу, чтобы просто нога не разучилась это делать. Упражнения, помимо того, что будут убирать отек, они будут обладать обезболивающим эффектом. Это связано с выбросом нейромедиаторов, эндорфинов, серотонинов. Наверняка вы их чувствовали, когда вы делали пробежку или свою тренировку. То же самое будем получать, когда особенно будем делать упражнения с резиной или под напряжением. Это можем использовать для тренировки верха, поэтому пока у вас травмирован голеностоп, можете тренировать пресс, можете даже отжиматься, в планках стоять, скручивания всякие делать, подтягиваться, только не спрыгивайте с турника. И другие упражнения наверх делайте без ограничений. Это просто, опять же, даст выброс нейромедиаторов и снизит уровень боли даже в голеностопном суставе. Первое, самое главное упражнение, которое мы начинаем, отведение стопы. То есть мы стопой как будто какой-то предмет снаружи отодвигаем, и возвращаем в исходную позицию. Здесь очень важно от себя не тянуть стопу и на себя не тянуть стопу. Это другие движения, нам они не нужны в данном упражнении. Здесь мы можем увидеть, со временем есть мышцы, которые проходят по наружной части, малоберцовые мышцы называются, и они перекидываются вот здесь вокруг лодыжки. При подвороте голеностопа эти мышцы отрубают больше всего. Это происходит как защита, как будто лежим не двигаемся в ответ на то, что повредилась травма. И, собственно, слабость этих мышц это причина повторного подворота потом. Поэтому мы сразу начинаем решать очень важную задачу. Тренируем мышцы, которые будут снижать риск повторной травмы.
Собственно, это упражнение мы начинаем делать с 1-2 дня после травмы. Можно отдохнуть до 3-4 дней, особенно если вам больно делать это упражнение. Как только чувствительность минимальная, например, там 0-1 балл по 10-бальной шкале или даже 1-2, вы потихонечку, безболезненной амплитуде, начинаете выполнять без резинки. Делайте 15-20 повторений 3-5 раз в день данное упражнение. Усталость, конечно же, накапливаться там не будет, поэтому не все важные задачи решаются, пока мы с вами не устаем. Поэтому резиночку, как только вам не больно, начиная там с 3-4 дня, можно начинать. Закидываем резинку. Можно использовать ленточный спандер, можно использовать короткий спандер для ягодиц, да и любую другую резинку. Можно даже эластичный бинт, который у вас есть, а резинка может не находиться. Второй ногой мы создаем сопротивление. Чем дальше будем, тем больше будет натягиваться резинка. Также руку мы можем натягивать резинку. Сначала создавая небольшое сопротивление, то есть спандер не должен быть слишком плотный, мы с вами делаем то же самое движение против резинки и возвращаем обратно. Задача такая, чтобы сопротивление, которое вы создали, не должно снизить амплитуду движения в голеностопе. Это легко проверить. Мы убираем резинку и видим, сколько движений я могу сделать. Важно, чтобы с наличием резинки и сопротивления я сделал не меньше. Это говорит о том, что я воспроизвожу полную амплитуду и сопротивление резины не слишком большое. Таким образом, нога будет слабая, нога будет плохо контролироваться и двигаться, особенно в этом направлении, потому что я объяснил, эти мышцы больше всего отключат травму, которая произошла, но восстановить их принципиально важнее всего. И мы начинаем медленно и плавно, без резких движений, потому что они будут болезненные, до 15-20 повторений делать данное движение. И со временем увеличиваем сопротивление резинки. Обязательно делаем на правую ногу для того, чтобы показать, как правильно сделать все, и сравниваем ощущения слева-справа. Можно начать с правой, буквально 1-2 подхода в течение дня. И с резинкой мы уже делаем 3 подхода, можно 4 подхода, один раз в день. То есть как силовую тренировку сделали, вторую ногу сделали или отдохнули минуту-две, повторили еще раз. И через неделю мы уже начинаем делать их через день. То есть каждый день уже нет необходимости делать. Следующее движение, которое мы будем делать, это стопу на себя. Да, мы тоже каждый почти можем увидеть себя мышцу переднюю большеберцовую, которая перекидывается сухожилиями через передний и немного даже наружный отдел голеностопа. И тоже будет очень хорошо убирать отек, возвращать нам возможность стоять на одной ноге, входить, бегать, прыгать и стабилизировать, что очень важно, голеностоп. И при этом движении мы тоже не натягиваем ткани, которые у нас были травмированы, как я уже сказал, поэтому можем тоже сразу же начинать именно с этого упражнения. Начинаем, опять же, с 1-2 дня, либо 3-4, если травма большая, на себя максимально, здесь пауза, медленно возвращаем и вытягиваем столько, сколько не больно, то есть здесь должно быть 0 баллов. И на себя поехали, выполняем сначала пару дней, делаем по 20 повторений, 3-5 раз в день, данное упражнение. Потом добавляем сопротивление, как только не больно. Своей же ногой упираемся в районе места, где у нас начинают пальчики или фаланги расти. Слегка надавливаем второй ногой, опускаем ногу вниз, вот здесь чтобы, аккуратно, чтобы не было больно. И против сопротивления второй ногой тянем стопу на себя. И продолжаем медленно и плавно. То есть очень важно, чтобы здесь было медленно, можно паузу. Здесь уступательно нога сопротивляется, левая моя нога, да, которая вот это, и обратно побеждает. То есть мы под сопротивлением и туда, и плавно будем доводить до безболезненной максимальной амплитуды стопы, вытягиваем от себя. Здесь будет накапливаться усталость, и опять же мы делаем 15-20 повторений до усталости в передней части, со временем можно давить сильнее. После выполнения сопротивления, когда мы уже уверенно делаем, усталость накопилась, обычно мы уже можем ходить без хромоты сильный и сильного отека, мы уже будем делать через день. То есть каждый день мы перестаем делать упражнение примерно через неделю. И третье упражнение, которое мы начинаем не в полной амплитуде, потому что, напомню, у нас вот здесь в конце амплитуды будут натягиваться ткани, которые мы немножко с вами повредили, поэтому мы будем в частичной, безболевой амплитуде начать сопротивление условно подъем на носок, то есть стопу толкать от себя. Здесь мы берем резинку, закидываем ее на верхний край стопы. Можно взять ее чуть поплотнее, чем у нас была предыдущая, потому что здесь сил у нас будет побольше. Одной рукой можем держать, колено прямое, мы стопу тянем от себя максимально, сколько нам не больно, и на себя тоже максимально потянули. Это не болезненно. Вот здесь желательно, чтобы 0, максимум 1 балл был, и обратно. И со временем мы можем туже натягивать резинку и почувствуем, как икроножная мышца будет уставать. И это упражнение также будет убирать отек гораздо быстрее и подготовит наш голеностоп к тому, чтобы нашу массу тела переносить и далее бегать, прыгать.
Как только боль стала минимальной, мы максимально от себя вытягиваем стопу и натягиваем стопу на себя. Тоже начинаем делать через 3-4 дня после травмы, не позже. И со временем, через неделю, доходим до выполнения через день. Но к этому моменту у нас уже не будет, как правило, болезненности, мы будем делать с вами подъемный носок стоя. Немного про ходьбу. Как я уже сказал, мы начинаем ходить в идеале тогда, когда боль терпимо легкая. То есть 2-3 балла по 10-бальной шкале, и она значительно не нарастает, когда мы будем идти. Боль, на самом деле, больше всего будет нарастать, когда у нас с вами появится необходимость стабилизироваться в боковом направлении, потому что при ходьбе по прямой у нас не так много движений в этой плоскости, и часто людям вообще почти не больно ходить. Повторюсь еще раз, у вас резко нарастает боль в боковой части вот здесь, либо здесь, по мере того, как вы идете по прямой, без пересеченной местности, то у вас высокая вероятность перелома костей. Поэтому обязательно в этом случае сделайте рентген, если вы его не сделали. Ключевая задача – не ходить слишком сильной болью, потому что мы с вами разучимся ходить правильно. То есть мозг будет из-за боли ходить криво, это называется хромота. Совершенно логичный способ снижения боли. Но мы стараемся ходить не хромая. А из-за того, что мы с вами травмировались и не ходили какое-то время, ходьба может быть уже немного неправильной. Ходьба начинается с постановки на пятку, колено при этом прямое. Дальше мы встаем на всю стопу. В этом случае очень важно, чтобы мы целиком перенесли вес на левую ногу. Это то, что мы с вами будем в том числе тренировать, и это будет страшно и потенциально больно. Дальше мы желательно медленно вышагиваем второй ногой вперед, для того, чтобы потренировать как раз опору на одну ногу, да, и проверить, что нам не больно и не страшно это делать. Вторую ногу ставим также, и при перекате, переходе на правую ногу, этой ногой мы встаем на носочек высоко и снова отрываем ее и переходим вперед. То есть при ходьбе мы стараемся, чтобы не было вот такого, да? Ну, вроде бы не больно, но ничего хорошего, потому что мы с вами учимся или закрепляем навык неправильной, неадекватной ходьбы. Это часто бывает, кстати, после ортезов, которые нам не дают возможность нормально двигаться в голеностопе, и после ортеза чаще всего человек будет ходить вот так. Поэтому мы стараемся их не использовать, потому что скорость восстановления не быстрее в ортезе или без него. Этому есть вполне конкретные научные подтверждения, поэтому стараемся его не использовать. Также упражнения, которые мы начинаем делать для подготовки в ходьбе, то есть вот эта часть, да, где мы полностью массой тела встаем на голеностопный сустав, мы должны подготовить с помощью упражнений на баланс. Если у нас боль большая, то мы начинаем это упражнение с раскачивания с ноги на ногу. Просто представляем, как будто ветер дует слева-справа, и мы переносим все больше и больше веса. Когда вес посередине 50% на 50%, когда вес на одну ногу 100%. Мы должны с вами дойти до того, что мы, перенося вес ноги на ногу, дойдем до того, что стоим на одной ноге без нарастания боли, либо боль маленькая совсем, будет 1-2 балла. Причем она будет больше всего в моменты, когда мы стабилизируем голеностоп. Задача дойти до того, что вы сможете стоять так 50-60 секунд без проблемы нарастания боли. Дальше это упражнение необходимо усложнить, чтобы вернуть качественный, более сложный баланс. Например, повороты головы влево и плавно вправо. Это будет тяжело, можно начать с помощью рук, и мы должны дойти до того, чтобы поворачивать голову, видно, что голеностоп мой начинает искать поисковые движения, болтаться, но стопу от пола я не теряю, и равновесие тоже не теряю. Это упражнение мы начинаем делать уже через день, потому что обычно мы через неделю примерно его начинаем делать. Возможно, чуть раньше, если вам было не больно, пожалуйста, начинайте делать как можно раньше. И со временем мы доходим до того, что делаем 3 подхода в день по 60 секунд до накопления усталости в голеностопе. Но без нарастания боли больше 2 баллов по 10-бальной шкале. Обычно примерно через неделю, максимум 2 после того, как мы травмировали голеностоп, мы можем подниматься на носочки стоя. И вот это упражнение, которое мы делали с вами третьим, стопу толкали от себя с помощью резинки, мы меняем на подъем носок стоя. Руками упираемся в стену, для того, чтобы одновременно баланс не тренировать. Между ногами у нас 50% на 50%, и обычно вот эта часть не болезненна. Болезненным будет конец амплитуды, потому что в таком случае у нас будет натягиваться наружно-боковая часть ткани, которую мы повредили. Поэтому в целом в частичной амплитуде мы начинаем подниматься на носочки медленно и плавно с увеличением амплитуды до не более 0-1 балла легкой чувствительности по 10-бальной шкале. Если нам не больно, мы плавно переносим вес в одну ногу. То есть сейчас у меня в этой ноге 60-70%, в этой 30-40%. И доходим до того, что на одной ноге начинаем подниматься. Но в идеале это мы делаем только тогда, когда у нас есть полная амплитуда. То есть мы здесь встаем вот так, а здесь на одной ноге встаем вот так. Так делать не стоит. Да? Лучше использовать частичную нагрузку, о которой я сказал. И очень важно дойти до выполнения на одной ноге подъемов на носок. Медленно и плавно. Мы делаем так, доходим до 15, кто-то дойдет до 20 повторений. И очень важно, что мы делаем это упражнение уже через день.
очень сильно в нем устаем, делаем почти до отказа и сравниваем, сколько мы можем сделать раз в сравнении с ногой, которая не была травмирована. В идеале при выполнении подъемов на носок вы должны дойти до того, что будете выполнять на одной ноге незначительно меньше повторений, чем на ноге, которая не была травмирована. Например, вы дошли до того, что на правой можете делать 20, на левой делаете 17. Если вы качественно можете сделать всего 10 повторений на ноге, которая была травмирована, у вас все еще очень высокий риск повторной травмы, особенно если вы захотите заниматься активными видами спорта. Травмы голеностопа часто приводят к тому, что мы долго не встаем на конечности и не используем ее активно. И как ни странно, кроме стопы и голеностопа непосредственно, бедро и ягодица тоже могут значительно слабеть. Поэтому мы начинаем их тренировать, но прекрасно будет это поделать с использованием голеностопного сустава более активно. У нас голеностопный сустав очень важную нагрузку испытывает при ходьбе по лестнице, при вставании со стула, при беге уж тем более и более активных видах спорта, в момент, когда колено выходит вперед. Да? Называется тыльное сгибание в голеностопном суставе. Эта амплитуда тоже будет немножечко снижаться. Здесь немножечко будет ущемляться сам сустав. Но мы стараемся воспроизводить в выпадах. Колено потихоньку начинаем выносить максимально далеко вперед. Можно этой ногой встать чуть дальше. Да, и в безболезненной максимальной амплитуде мы начинаем с вами делать выпады. Со временем садимся ниже, ниже, ниже. И колено выносим дальше, дальше, дальше. При этом следим, чтобы колено не завалилось внутрь, потому что так амплитуда будет больше в голеностопе, но для него и для колена, и для бедра это неадекватное положение. Стараемся, чтобы колено смотрело прямо вперед пальчики стопы. Это тоже можем делать через день, либо два раза в неделю, три подхода по 15-20 повторений. Обязательно нужно выполнить упражнение на приведение и инверсию, собственно, механизмом, которым мы получаем травму голеностопа. Но, как я уже сказал, до последнего это движение будет натягивать ткани, которые мы с вами повредили. Поэтому чаще всего мы начнем его делать либо через неделю, либо через две, в зависимости от того, какая у вас чувствительность. В любом случае, мы не в полной амплитуде начинаем его делать сначала, без сопротивления, а дальше потихонечку добавим сопротивление резинкой. По аналогии, как мы делали до этого, закидываем резинку на верхнюю часть стопы, второй ногой создаем вот такое сопротивление, заодно блокируем движение в бедре, и под сопротивлением резины мы внутрь приводим стопу и возвращаем обратно. И таким образом почувствуем усталость, которая будет накапливаться в идеале по внутренней части голеностопного сустава и стопы. Таких тоже мы начинаем делать ежедневно 3 подхода по 15-20 повторений, со временем увеличиваем сопротивление резиной. И самое главное, увеличиваем амплитуду движения. То есть как можно больше стопу приводим внутрь. Легкое тянущее ощущение снаружи голеностопа не проблема, но не больше 1-2 баллов из 10. Необходимость восстановления подвижности является приоритетной, потому что недовосстановление подвижности колоссально повышает риск того, что мы подвернем голеностоп. Поэтому тестируемся и приходим к тому, что разница минимальная будет между левой и правой ногой. Небольшая – допустимо, примерно 5-10% можно. Второе движение, которое мы тестируем, это, собственно, приведение и инверсию. Да, опять же, левая нога, к примеру, у меня травмированная, правая – не травмированная. Я внутрь тянусь стопами, и правая нога уходит здесь, а левая вот так. Видно, что разница есть. Чаще всего у вас будет именно так. Дальше будет либо боль, либо тугое сопротивление. Обычно, опять же, после 2 недель после травмы здесь ткани уже подзажили, и мы можем и должны немножко растянуть голеностоп. Как это делается? Да, мы берем ногу, закидываем ее сверху на бедро, берем себя за средний отдел стопы и сворачиваем ногу внутрь в том самом направлении, в котором ограничена амплитуда. Опять же, медленно и плавно здесь появится легкая тянущая болезненность в наружной части голеностопа, там, где ткани были травмированы и как бы немного слиплись защитно. Мы должны их немного растянуть. И держим так либо 60 секунд с легкой тянущей болью 2-3 балла, либо можно таких медленных плавных удержаний по 5-10 секунд. Первое время даже будет, может быть, лучше, менее будет чувствительно. И таких, собственно, выполняем ежедневно, пока не восстановилась полная амплитуда. Опять же, вытягиваем, да, приводим внутрь обе стопы. Когда у нас разница сопоставимая, как, например, сейчас у меня, мы перестаем делать данное упражнение. Через неделю-две после травмы можем оценивать, как у нас с подвижностью между левой и правой ногой. Например, левая была травмирована, правая была здоровая. Мы вытягиваем стопу максимально от себя и увидим, что правая вытянулась полностью. Да, в норме это передняя часть стопы, которая переходит в голень, плюс-минус. Здесь видим, что дальше не идет все, тупое сопротивление. В этом случае у нас есть простое упражнение, которое мы начинаем делать, но очень важно слишком рано не начинать его, потому что будет просто больно. Обычно не раньше, чем через 2 недели после травмы мы начинаем это делать.
Мы кладем ноги вот в такое положение. Да, у нас левая стопа чуть-чуть получается хуже подвижность. Опираясь на руки, начинаем медленно садиться ягодицами на пятки. И, собственно, стопа будет вытягиваться в данном направлении. Здесь боль может появиться до 2-3 баллов, и мы дальше не садимся. Для этого я держу опору в руки. И со временем боль будет позже и позже появляться, и мы сможем добиться полной амплитуды. Это упражнение мы делаем, пока у нас не будет одинаковых ощущений слева-справа, отсутствие пространства между полом и передней частью голеностопа. И мы в идеале должны сесть вот в такое положение. Итак, мы находимся 50-60 секунд. Еще раз, боль здесь не больше 2-3 баллов из 10. Если она нарастает, то мы, соответственно, чуть-чуть меньше переносим вес ягодицы. Как только боль одинаковая слева-справа или ее нет в идеале, мы перестаем делать данное упражнение. Завершающий тест подвижности, который будем тестировать и восстанавливать, тест дотягивания до стены. Это, собственно, способность голеностопного сустава, как я уже показал в выпадах, выходить за пределы пальцев стопы. Чем дальше она будет выходить, тем лучше будет для колена и, собственно, голеностопного сустава. И в этом направлении почти всегда амплитуда будет снижена. Ну, разве что в случае, если у нас совсем-совсем слегка подвернулся голеностопчик. Мы берем здоровую ногу, в моем случае это потенциально правая. И я встаю ровно напротив стены. Отсюда, не отрывая пятку, я дотягиваюсь коленным суставом до стены, но чувствую, что амплитуда максимальная. Если я уйду немножко дальше, можно увидеть, что для дотягивания пятка оторвалась немного. Да, то есть пятка должна быть плотно прижата, и это должна быть максимальная амплитуда. Очень важно, чтобы колено было ровно над пальцами стопы, то есть внутрь заваливать его не нужно. Так амплитуда будет больше, но это будет нечестно. Наружу будет меньше, и тоже будет нечестно, но, как правило, желания туда уйти нету. Поэтому ровно по прямой смотрим, что мы колено дотянулись. Ставим сюда ногу, которая была травмирована. И то же самое пробуем делать, и здесь мы увидим, что у нас есть расстояние от стены. Мы можем замерить, сколько пальцев у нас от коленной чашечки до стены. Да, часто может быть 3-4 пальца в начале. Для того, чтобы ходить без хромоты, сбоку можно увидеть, что как только коленная чашечка доходит до пальцев стопы, вы можете ходить без хромоты. И даже бегать потенциально. Но желательно восстановить полностью эту амплитуду для того, чтобы не было риска повторной травмы, как я уже сказал. Поэтому мы по этому тесту можем поставить рисочку на полу какую-нибудь или меточку, как дети, когда растут на двери, и смотреть, что у нас есть с вами прибавка. В идеале здесь может быть небольшая разница, но желательно, чтобы не больше, например, 1 или 1,5 пальцев. Норма подвижности голеностопного сустава в данном направлении, тест дотягивания, 10 сантиметров и более от стены. То есть у меня примерно 20 сантиметров, это просто особенность там, моего строения. У кого-то вообще бывает 25, у кого-то бывает 5. Мы сравниваем с той ногой, которая не была травмирована. Для восстановления подвижности в данном направлении, первое, мы используем выпады, как я уже показал, с выносом колена максимально далеко вперед, насколько нам позволяет коленостоп. И вариант подъема на носок, который мы делаем с проваливанием пяток ниже горизонта. То есть здесь мы просто встаем сначала на две ноги. В целом, если у вас есть какое-то возвышение, вы сразу можете начать выполнение подъема на носок с возвышения, чтобы сразу же тренировать и растяжение голеностопа в данном направлении, и тренировку силы, которую мы с вами сказали, что очень важно восстановить. Если больно, то начните с пола, потом переходите на такой вариант. Здесь ключевая задача – колени держать прямые, проваливаем пятки как можно ниже горизонта и поднимаемся максимально высоко на носок. Со временем также переносим плавно в одну ногу и на одной ноге, например, я показываю, как будто травмированная левая, я провалился максимально далеко, здесь можно немножко задержаться, и отсюда могу с небольшой помощью правой ногой подняться вверх и опускаюсь плавно вниз. Этот вариант с точки зрения силы будет тоже более сложный, поэтому можем использовать его как вариант прогрессии. Для особо сильных и крепких, если вы возьмете со временем какую-то гантелю, гирю, либо даже баклажку с водой и будете делать вот так на одной ноге, голеностоп будет просто железобетонный, тогда травмировать его будет крайне затруднительно. Завершающим этапом любой травмы нижней конечности в идеале будут прыжковые упражнения. Это нужно для того, чтобы потренировать психологическую уверенность в ноге. Как ни странно, да, именно психологическая уверенность в ноге всегда будет в большей или меньшей степени зависеть от травмы конечности и вашей тревожности. А также, чем дольше вы не ходили, тем больше будет риск нагружать конечность. Поэтому прыжки являются обязательными, особенно если вы занимаетесь прыжково-игровыми видами спорта и хотите вернуться к играм и спорту без боли и вероятности повторной травмы. Первый прыжок будет такой. Мы встаем на одну ногу. Здесь уже мы с вами предварительно подготовились с помощью всех упражнений. Колено слегка присогнуто, мы слегка наклонены. Мы смещаем центр тяжести немного вбок, приземляемся на вторую ногу, не теряя равновесия, приземлились в такую же позу. Колено присогнуто, мы слегка наклонены. И возвращаемся обратно.
Его называют некоторый конькобежец, да, можно увидеть аналогию. Либо боковой прыжок мы его называем. Здесь мы можем увеличивать расстояние и можем увеличивать фазу полета, то есть начинаем прыгать выше, собственно, создавая необходимость амортизировать и приземляться на одну ногу. Таких делаем по 15-20 повторений суммарно и опять же увеличиваем расстояние и фазу полета, как я уже сказал. Делаем таких 3 подхода 2 раза в неделю. Необходимости чаще делать нету. Предварительно делаем либо разминку, либо делаем в начале тренировки с резиночками, которые мы с вами делали. Кстати, по поводу резиночек. Упражнения в боковой плоскости, которые мы делали наружу резинки и внутрь, мы обычно перестаем делать, когда уже делаем с вами подъемы на носок, прыжки и выпады. То есть в целом 2-3 недели максимум обычно мы их выполняем, потом просто перестаем. Завершающим очень важным этапом прыжков будет способность прыгать на одной ноге без касания второй не хуже, чем мы можем сделать это здоровой. Поэтому предыдущий прыжок с ноги на ногу, как только не страшно и не больно, поделали буквально пару тренировок, переходим к прыжку, который я покажу. Либо те, у кого нет значительной боли и был не сильный подворот, можно сразу начинать прыгать на одной ноге. Берем какой-нибудь предмет. Предмет должен быть плоский, либо резинка, либо бумага. Через кроссовок прыгать не стоит. Встаем на одну ногу, пробуя сначала на здоровый. Перепрыгиваем через предмет и возвращаемся обратно. Задача не касаться предмета и не задевать его. И не терять равновесие. И таким образом за 30 секунд мы пробуем сделать максимальное количество повторений. Сначала, конечно же, на здоровой ноге будет больше, а на ноге, которую вы травмировали, будет хуже получаться, неуверенно. Ваша задача — дойти до того, что вы сможете прыгать не хуже, чем на 10% разницы между здоровой ногой. Ну, желательно, чтобы это было для мужчин по исследованиям 45-50 и более повторений, для девушек 35-40 и более. Это для тех, кто занимается спортом. Но самое главное — это разница между правой и левой ногой. Это упражнение желательно также усложнить до расстояния примерно 40 сантиметров, и вы начинаете прыгать, то есть выглядит это вот так, не задевая резинку. И мы сравниваем ощущения, то есть не должно быть здесь боли, ощущение нестабильности, и со временем уверенность будет больше, и желательно, чтобы разница была минимальная между левой и правой ногой. Это упражнение мы делаем 2 раза в неделю, не чаще. Со временем, когда мы вернули активности в виде бега и игровых видов спорта, и разница еще не одинаковая, то тогда, конечно же, мы продолжаем это делать, пока разница не выровнялась между левой и правой ногой. Когда мы делаем эти прыжки, силовые упражнения, подъем на носок, баланс, выпады, мы продолжаем делать не чаще 2-3 раз в неделю. Можно бегать тогда, как только подъем на носок на одной ноге осуществим, баланс полностью восстановился, и подвижность, ну, желательно восстановилась с разницей не более чем на 15% между правой и левой ногой. И со временем также можно будет возвращать и игровые виды спорта, но они будут возвращаться в самом конце, потому что уровень нагрузки и вероятность повторной травмы там будет максимально высокая. Мы с вами разобрали, как восстанавливать голеностопный сустав после инверсионной травмы или подворота голеностопа. Как ни странно, почти такими же упражнениями будет восстанавливаться голеностоп после других травм голеностопного сустава. Поэтому если у вас вдруг другая травма, вы пробуйте данный комплекс, и скорее всего функция будет лучше, боль будет меньше, вы сможете вернуться к прежним активностям без боли. Если вдруг при выполнении данного комплекса у вас боль слишком сильная, боль не проходит, тогда, возможно, вам нужны какие-то персональные решения, и тогда, наверное, не обойтись без консультации врача спортивной медицины и лечебной физкультуры. Если ролик показался вам полезным, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, а если какие-то вопросы остались, пишите в комментариях, либо можете рассказать вашу маленькую историю, как после травмы вы смогли или не смогли восстановиться данным комплексом.